Друзья, всем привет! С вами Детский Клип Иван. Привет, мои хорошие, особенно дамы, мои родные, любимые дамы. Поздравляю вас с этим замечательным праздником, весенним, таким искренним, хорошим, добрым 8 марта. Чтобы вот такое 8 марта у вас было первое и последнее. А все остальные были, как обычно, замечательные. Мужья ваши были дома, дети были дома, все было замечательно. Мира и добра всем. Мои вы хорошие. С меня для вас такие искренние, как это, от всей души, с любовью поздравления. А хочу поздравить вас словами из песни Игоря Саруханова, короче, вы сейчас все поймете. Пускай сегодня цифра 8 изящно на бок упадет. Не просто так об этом просим, необходим такой подход. Ведь это будет бесконечность, необходимый мощный знак. А в нем такая же сердечность от нас, мужчин, да будет так. Мои родные, любимые, замечательные, ну а теперь как это? Ну куплет от меня, сейчас исполню песню. Без вас бы не было написано и строчки, без вас, конечно, нас бы не было сейчас. Родные, жены, мамы, бабушки и дочки, от всей души примите вы поклон от нас. Милые дамы, милая наша замечательная, молодая, но очень серьезная девочка Украина. Наша родная, любимая Одесса-мама. Вот этот вот шикарный, весенний, замечательный букет «Ты» для вас, вы наши любимые родные женщины. Чтоб вы нам были здоровы, мирного неба над головой. Чтоб детки ваши, как это, ну, бегали рядышком, там, хипиш устраивали, короче. Даже если вы и нервничали, то только от радости, понимаете? Чтоб мужья ваши были дома, чтоб... Дети мужского пола тоже были дома. Ну, плюс-минус там на телефонном звонке, где-то рядышком. Мирного неба над головой. Все будет хорошо, и это переживем. Украина, мы с тобой. И все украины, как это, и все украинцы всего мира, все одесситы тоже с нами. Мир нас поддерживает по полной программе. Все будет замечательно. Мои родные и любимые, очень всех люблю, обнимаю крепко-крепко. Оператор, как это, ну и себе возьмешь там... Троечку, хорошо? Договорились. Но не больше. Чтоб ты мне была здорова. Мамочки, жены, дочки, бабушки. С праздником. Всем любви. Му.